Я вот сейчас спою маленькую песню, она последняя, я очень мало пишу в последнее время. Она последняя, и для меня представляет интерес очень какой-то. Она не впрямую о войне, конечно, но войну нужно понимать шире просто. И я-то понимаю шире антивоенную настроенность, просто как человеческую, как гуманную. И в этом смысле, конечно, она тоже антивоенная и за человека, вот. Совесть, благородство и достоинство, вот оно святое наше воинство. Протяни, протяни ему свою ладонь. За него, за него, за него не страшно и в огонь. За него, за него. За него не страшно и в огонь. Лик его высокий, удивителен. Посвяти ему свой краткий век. Может быть, может и не станешь победителем, Но зато умрешь как человек. Но зато умрешь как человек.